снимаем, друзья, очередную поимку. Есть, реализовано. Подсак в аренду, блин. Подсак в аренду Ромка сдает. Я понял, Ром. На что взяла, подскажите? На резину. На резину. Опа, дежурный ножик в ходу. Очередную поимочку снимаем, друзья. Подходить я не успеваю, к сожалению. Вываживают. Да, все есть. Рыбка в зачете. И неплохая даже. Может быть, успеем подойти, но, наверное, не стоит, я думаю. Очередная поимка. И снова Роман. Роман, я последний раз к тебе. Не ругайся уж. Все то же самое. Лимон. Все то же самое. Лимонка. А вот это уже бобриный хвост опять там. Отлично. Вот так вот он его. Хоп. И понес свою авоську складывать. Есть. Ну вот наблюдаем поимочка. Два товарища у нас оба со стволами стоят задратыми. А кто поймал, я не пойму. Одну на двоих вытащили, но сейчас разделят, я думаю. Сейчас раскупимся, посмотрим. Там, ну, на пассив, но непонятно на что взяла. Пускай разбираются, тоже начинает ругаться. Ну, друзья, у нас продолжаются поимки по водоему. Только что я заметил, была поклевочка. Вот ребята поймали. Добрый день, ребят. Ничего, я вас отвлеку. Да, конечно, пожалуйста. Пару слов скажете, на что было поймано? На пасту. На крючок. На крючок, понятно. А на крючке да, была паста. Паста, да? Была. Ну, я так понимаю, у вас это сырная, не первый. Желтая. Ага. Не первая поимочка, да? Вторая. Четвертая. Вторая или четвертая? Кто-то из... Не вторая, у Ну, молодцы, молодцы, продолжайте. В общем, рыбка поклевывает. А что в основном, на что берет? Паста. Основная паста, на пассив, да? Ставили резину, не хочет. Ну, у вас вот в этом углу работает паста, хорошо. Все. Супруга у нас где пошла в поиски? Она пошла тоже пасту искать. Все, понял. Не буду отвлекать. Она за пастой пошла. Благодарю.